Всем доброго дня. Такая маленькая суета-сует. Я бегу на рынок доскупиться. Завтра мы будем праздновать с друзьями Сашин день рождения. Кто получится, придет, не получится, не придет. Потому что Саша сегодня работает, у нас сегодня суббота. Мы на воскресенье перенесли, и некоторым же в понедельник на работу не очень удобно, поэтому как есть. Я, кстати, ездила, смотрела, такое хорошее место у нас новое. Там новые столики так сделали. Вставлю сюда, покажу вам кусочек. На природе, в лесу. Не знаю, нам понравилось. Так, а сейчас вот бегу, овощи куплю, покажу вам немного, что я там готовлю. Я уже мясо замариновала. И в общем, целый день в готовке. Еще тортик хочу сделать. В общем, все, готовлю. Еще с утра поработала. Смотрите, иду, а тут мне навстречу ёжик переходит дорогу. Красавчик. Беги скорее, чтобы машина тебя не задавила. Какой ты хорошенький. И нечего тебе дать покушать. Давай скорее, забегай. Вот так хороший, такой колютенький. Правильно, беги туда. Вот эти машины. Пошел себе. Что же он тут ест, интересно? Полез куда-то полез. Умный. Приехала наш в Приднепровский лесок. А здесь так облагородили территорию. Мы хотим, Саша, день рождения на природе. Хоть у нас, конечно, и дожди обещают. Но тут вот есть вот такие вот. Он такой дождь кратковременный. На сегодня тоже был дождь, но на улице довольно-таки хорошо. Так, я хотела посмотреть. Ой, белочки, бегают тут белочки. Куда ты побежала? Смотрите, за дерево спряталась. Вон она, красотка. Ой, какая прелесть, представляете? Шишки падают. Так, тут есть мангальчики. Вот этот вот столик на шестерых, я так понимаю. О, ну прям красотка. Прыгает там белочка по деревьям. Слышно, но не видно. И какие-то беседки, он еще сказал, есть побольше. Ну хорошо, они друг от друга на расстоянии. Это беседка. Двадцать третья. И вот те, наверное, побольше. Сейчас я пойду посмотрю. Побольше. Или нам хватит такой? А воздух. Довольно-таки здесь хорошо, мне нравится. Та беседка вообще отдаленная. Вот еще 24, но по мне так они вообще одинаковые. По размеру. И вот та уже такие мангальчики здесь на замочках. Да, мне нравится. Там прям совсем дальняя. Ой, я сейчас тут еще и упаду.
с моим талантом, я любитель падать. Это талант. Это беседка без ничего? А нет, номер есть. Тут вообще как дорога. Так, но мне нравится. В тени солнышко не будет. От дождя можно спрятаться под эту. Если будет, ну, кратковременные обещают, во всяком случае, дожди. Ну и так, они, видите, плюс-минус друг от друга на расстоянии находятся. Соскучилась я уже за природой, слушайте, птички поют, белочки бегают. Вообще, смотрите, они здесь прям резвятся, вон, смотрите, две. Вы чё, друг друга догоняете? Смотрите, какая прелесть. Вот это белки дают. Я уже пришла домой, наколотила тут блинчики, а мама жарит. У меня есть рецепт на канале. Я, если кто забыл, оставлю ссылочку в описании. Вот, на печку не смотрите, потому что готовим. Вот такие вот они красивые получаются. Это мы будем делать тарталеточки с жульеном. Тут грибочки, курица и лук. И потом все это в тарталеточки и сыром затереть. И в духовочку. Будет очень вкусно. Заготовки делаем. Сейчас буду делать начинку для блинчиков. А я буду мариновать сейчас грибочки. Я беру такие вот так. Кто мне там писал в комментариях, что почему я не чищу? Так вот, шампиньоны не чистятся. Поэтому маслята чистятся. А шампиньоны просто хорошо моются. Так, что-то темновато, надо света добавить. Я их высыпала, я их помыла хорошо. Теперь добавлю сюда немножко подсолнечного масла, немножко соевого соуса. Сейчас. Вот так вот. И я добавляю в грибы какие-то травки. У меня такие. Есть еще италийские. Так, эти уже закончились. А я брала вот италийские. Сейчас открою и добавлю их. Так вот и все это. Чуть-чуть подсолю все равно. Все это хорошо перемешаю. И положу. Так, и все это хорошо перемешаю, в какой-то судочек переложу с закрытой крышкой и отправлю до завтра мариноваться. Так, я уже переложила, накрываю их крышкой, отправляю в холодильник. Периодически буду еще их потряхивать, чтобы этот вот мой маринад периодически их обволакивал. Все, и завтра мы пожарим на мангале, будет очень вкусненько. Теперь я хочу перекрутить курочку на мясорубку. И мамочка уже сделала зажарочку туда. И будем блинчики. Вот эти у нас будут с курочкой, а зелененькие будут с рыбкой. Еще хочу успеть попробовать два новых тортика. Если у меня все получится, я успею сделать, то потом поделюсь с вами рецептом. Все, кручу мяско.
А еще мой совет. Обязательно в фарш добавляйте немножко бульончика, и тогда фарш получается сочнее. Буду делать еще кругленькие такие шарики в виде закусочки с крабовыми палочками, яйца и кукуруза. И мне надо это все мелко измельчить, поэтому я тоже буду на мясорубке это делать. Первый раз такое делаю. Надеюсь, все получится. Переживала, как оно будет перекручиваться. Смотрите, отлично, все перекручивается. Вот такая смесь получается. А потом еще надо будет сюда добавить майонез и подсолить. И вот будут шарики. Потом я вам покажу все, что у меня получится. А я уже начала делать тортик. Кто догадается по тесту, какой я буду делать торт, Саша? Это тесто такое. Я его отсаживать буду с помощью кулечка и насадки. Вот приготовила уже кольцо. Кто догадается, напишите в комментариях. Вот такой вот корж у меня получился. С того теста, которое я вам показывала. И сейчас доделаю крем. И буду собирать тортик. Мне интересно, угадаете, как называется тортик? Или нет? Сейчас забью масло. Как один из ингредиентов для крема. Жду, когда он уже хорошо станет мягеньким. Проверяю. Хорошо оно уже размягчилось. Всем доброго вечера. У нас погода такая непредсказуемая. Только что, только светило солнце, потом пошел ливень. Огромный такой. Мы с Юлей попали под ливень. И, а теперь мы с Артуром вышли такие, думаем, попытаемся свое счастье прогуляться. Посмотрела по прогнозу, вроде уже дождя не будет. Вообще погода, конечно, очень переменчива. Артур, смотри, пожалуйста, под ноги. Чит, мочи. Нельзя так по лужам. Ты что? Ты же не в резиновых сапожках. Артур. Ты сейчас развернемся, пойдем переобуваться. Ляпс. В лужицу. Это же и солнце светит. Ну, не знаю, надолго ли. Какая погода, конечно. Не надо, обходи. Обходи лужи, пожалуйста. Тянет.